главное предложение только сегодняшнего дня. Это любимый Дарсонваль от французского бренда Жизатон. Это прибор, эффективность которого признается косметологами, физиотерапевтами, дерматологами во всех странах мира уже 118 лет. Это абсолютный бестселлер, который сегодня представляет действующий доктор, педиатр, иммуногенетик Игорь Викторович Кашаба. Это совершенный хит на нашем телеканале. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Я рад представить вам сегодня данный бренд, потому что как минимум на протяжении 120 лет сама технология дарсонвализации применяется в самом широком смысле в поликлиниках, в больницах и так далее. Изобретение Жака Арсена Дарсонваля, который прожил так на минуту, французский физик и физиолог, что очень важно, который прожил по тем временам очень долгую жизнь. 90 лет он прожил, значит, по сравнению со своими сверстниками. И самое главное в его изобретении заключается в том, что он позволил решать очень большое количество проблем, более 70 на самом деле состояний, при которых показано применение. Вот видите вы, сосудистые звездочки, начинающиеся проблемы с венами и сосудами на ногах, на руках и так далее. То есть все осложнения, связанные с... Когда у вас в конце болят ноги, отекают, да, появляются вот такие вот гроздья венозные на ногах, то, соответственно, это прямое показание к применению дарсонвализации за счет высокочастотного тока, который, вот видите, да, сейчас вот на плазме видно, который за счет стимуляции нервных окончаний и высвобождения биологически активных точек, этих самых веществ, позволяет решать даже проблемы, связанные с вальгусной деформацией большого пальца стопы. Как она воздействует? Дело в том, что при вот этих разрядах высокочастотных, да, происходит улучшение микроциркуляции в данной зоне и снимается болевой синдром. То есть выделяются вещества, которые способствуют снятию отеков, снятию болевого синдрома, нормализации кровообращения в данной точке и, соответственно, решается, ну, вот эта проблема, которая развивалась в течение многих лет. Игорь Викторович, а если волосы ломкие, если они выпадают? Вот выпадение волос, изменение структуры волос, которое происходит, опять же, с течением времени, абсолютно у всех людей, опять же, стимуляция, которая идет микротоками и воздействует на волосяной фолликул, способствует укреплению волоса, улучшению его структуры, то есть они перестают, ну как это, секутся волосы, да, что называется. И самое главное, когда мы говорим о волосяном фолликуле, вот видите, да, то есть нарушение трофики приводит к тому, что волосы, ну, выпадают. Дарсонвализация приводит к тому, что улучшается микроциркуляция, и даже те фолликулы, из которых волосы уже выпали, они начинают, там начинают расти волосы. Представляете? У нас, вы видите, сейчас не просто фотографии, а результаты до и после, благодаря именно Дарсонвалю. Это французский бренд Жизатон. Мы привыкли доверять профессионалам, и мы работаем только с профессионалами. Вы спросите сейчас меня: Лена, здесь ведь целый курс и для волос, и для лица, и для шеи, для зоны декольте, для волос обязательно, да, для тела. И также сам прибор, где есть три насадки. Цена 2299. Но при том, что вы сегодня, я знаю, вы хотите выбирать еще и патчи, гидрогелевые патчи, которые и ультраувлажнение, и лифтинг, и разглаживание морщин. У нас есть разные варианты. Так вот, вы получаете бесплатную доставку. Это акция только одного дня. Я вам рекомендую, потому что за всю историю на нашем телеканале продаж было распродано более 35 тысяч таких наборов. Полный уход, вам больше ничего не нужно докупать, вам больше ничего не нужно. Здесь есть волосы, венотоник для лица. Это все самые лучшие предложения. Поэтому, конечно, основное. Мы сейчас задумаемся, так, а зачем мне нужен Дарсонваль? Да. А какие у него показания? А подойдет ли он мне? Дарсонваль – это ваш физиотерапевтический кабинет дома. То есть, соответственно, если у вас возникнут проблемы с зубами, со стоматологией, да, если у вас появились звездочки на ногах, если у вас начали болеть суставы, в том числе в позвоночнике, какие-то кожные проявления, связанные с угревой сыпью, с дерматитами,
После операционных вмешательств, да, то есть для того, чтобы быстрее зажил шов, соответственно, лор-патология практически вся. И что очень важно, что в каждом, для каждой патологии есть своя насадка. Есть грибок, который позволяет обеспечивать, ну так, широкий, так скажем, да, захват зоны. Есть капелька, которая позволяет работать с угревой, например, сыпью на лице. И есть расческа, гребешок, да, который позволяет как раз работать с волосами, укреплять корни волос и способствует восстановлению волосяных фолликулов и, соответственно, росту, новому росту волос. Игорь Викторович, сегодня, если вы нам советуете, конечно, значит, мы выбираем. А это означает, что не одну проблему мы решаем, а мы решаем в широком спектре, да. В широком комплексе применения. Это, знаете, это как поехать в санаторий и лечиться полностью, да, от головы до пят. Я даже больше вам могу сказать. Это как не ходить в поликлинику, особенно в нынешней ситуации, точно, когда безопасно. В результате оптимизации закрыли физиотерапевтические отделения, и, соответственно, вам теперь... Даже выйти из дома некоторым нашим категориям, да, граждан уже небезопасно. И поэтому наличие такого прибора в домашних, в домашней аптечке позволяет решить на самом деле целый комплекс проблем. Игорь Викторович, ну смотрите, еще и плюс косметика, да, косметические процедуры у нас все. Скажите, для всей семьи подойдет? Вот мы говорили сегодня, что для детей от 3 лет. Да. Расскажите, пожалуйста, общий комплекс для семьи. Вот вкратце. Смотрите, более 70 показаний, и если мы говорим о семье, то это дети, соответственно, с 3 лет, если есть какие-то проявления, например, ну, на коже, да, у ребеночка. Это, опять же, бабушкам, дедушкам, потому что всегда есть заболевания, связанные с сосудами, с суставами, с теми же самыми волосами, которые выпадают, да? То да. Есть... Мы выбираем сегодня бренд Жизатон и Дерсанваль. Мы не знаем, когда он еще появится, поэтому я вас сегодня приглашаю к нашему эфиру. Выбирайте вместе с патчами, получайте бесплатную доставку и будьте здоровы, потому что здоровье не купить ни за какие деньги.